Ребята, к сожалению, мы знали, что это произойдет, но мы не думали, что это произойдет так быстро. И поэтому у меня сегодня плохая новость. Умер Сашка Прико. Двое детей от него осталось. Умер он в Питере. Но сейчас многих интересует, где и когда будут похороны, известно ли кому-то, когда, где, потому что это интересует очень многих людей, и поэтому, кто знает, пускай напишет в комментах. Кто не в курсе, тот, извините, пожалуйста, за такие горестные вести, но... Самые лучшие уходят. Ничего не поделаешь. Такая вот она история. Вечная память, Сашка. Ничего плохого ты никогда никому не хотел.